29 лет назад был убит легенда российского телевидения Владислав Николаевич Листьев. Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны и с теми надеждами. Каждый из нас с весной связывает много надежд, а, как известно, надежда всегда умирает последней. 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице в Москве был убит Владислав Листьев. При возвращении со съемок программы «Час пик» поздним вечером Листьев был убит двумя неизвестными. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая – в голову. На момент гибели ему было 38 лет. Ценные вещи и большая сумма наличных, которая была у него с собой, остались нетронутыми, что позволило следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью журналиста. Убийство вызвало широчайший общественный резонанс, но так и осталось нераскрытым.